Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили с Алматы в регионы, пострадавшие от наводнения. Приемный пункт расположен на базе комьюнити-центра Алмалинского района. За 6 дней в центре было более 2,5 тонн одежды, тонна средств гигиены и почти 3,5 тонны продуктов питания. До сих пор ежедневно алматинцы привозят сюда предметы первой необходимости. Таким образом, горожане, предприниматели и активная молодежь оказывают огромную поддержку пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня мы отправляем в Западно-Казахстанскую область. Со своей стороны хотели бы добавить и выразить большую благодарность волонтерам, которые круглосуточно здесь упаковывали вещи, собирали. Более 50 волонтеров с более 10 организаций были задействованы. Выразить благодарность жителям, спонсорам, компаниям, которые проявляют активную жизненную позицию, не остаются в стороне.